А я все жру и жру, и жру и жру, и ресница у меня отклеилась. Это я доедаю за кем-то, кто-то себе лапшу запаривал. Жрать охота аж до трясучек. Ну кто так же лапшу не ест? Ну кто? У всех она длинная. У меня просто нет рядом ножницей. Аж трясет. Я пельмешки варю. Пельмешки поедим. Николай никогда есть не хочет. Он всю жизнь сытый. Понимаете? Как бы я ни просила его поесть, он никогда не ест. Он стеснительный. Или на самом деле так мало ест. Девчонки, выгодный муж будет. Вам больше достанется.